Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Егор, вы смотрите видео на канале androidinsider.ru. Недавно на днях занесло меня в Питер, и очень хотелось есть, в отеле кормежка была ни о чем, и по счастливому стечению обстоятельств у меня отказала сим-карта. Я, конечно, знаю по каким причинам, но в течение дня я не мог принимать ни входящие, ни исходящие звонки. Мне нужно было какое-нибудь приложение, чтобы я мог заказать еду абсолютно без всяких звонков. Так вот, приложение FoodApp, заказ еды foodapp.ru, мне очень помогло. Итак, что мы здесь имеем? Здесь мы имеем три ресторана и очень-очень, безусловно, очень простое меню, в котором можно заказать либо пиццу, либо напиток. Причем пицца здесь достаточно дешевая, что тоже не могло не порадовать. Пицца Олис. Давайте попробуем заказать ее. Далее нажимаем на кнопочку «Оформить заказ». Так, здесь наш заказ подтверждают и нажимаем «Далее». Адрес. Так, ну какая-то бурда там введена для того, чтобы вам показать. Итак, нажимаем «Оформить заказ». И в течение следующих 5 минут будет оформляться ваш заказ, после чего вам не будут перезванивать, а сразу же вышлют курьера на ваш адрес. Давайте посмотрим, в чем же заключаются плюсы. Плюсы этого приложения, безусловно, в том, что это приложение безумно простое, не нужно в нем ковыряться и разбираться. И второе, то, что вам не перезванивают. Пока это приложение действует только в Санкт-Петербурге, но вскоре, вот уже в ближайшие недели, разработчики говорят, что запустят этот сервис и в Москве, и даже, может быть, в других городах Российской Федерации. Будем ждать, дорогие друзья! На этом у нас все. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и заходите на сайт androidinsider.ru. До встречи там. Пицца! Пицца!